Арт-позитив – это работы студентов кафедры архитектуры и дизайна. В залах музея более 80 работ, выполненных в различных техниках. Это живопись, графика, батик, мозаика, витраж, квиллинг, декоративная штукатурка. Использование различных техник позволило создать необычные работы. Участники выставки являются призерами многочисленных конкурсов, таких как «Золотая линия», «Фирадис», «Дизайн-дебют», «Сочи гостеприимный город», «Заводной апельсин» и другие. Выставка будет работать с 18 мая по 18 июня. А уже завтра вечером музей Островского снова ждет гостей. Там состоится «Ночь музеев». Ее девиз – редкие экспонаты, шедевры из запасников. Помимо экскурсий, которые будут проходить в «Ночь музеев» у нас здесь, мы будем показывать и свои музейные проекты, детские проекты, и будем показывать интереснейшие экспонаты, старинные игрушки, старинные куклы нашего нового проекта, который называется «Игрушки наших бабушек. Сказки из старинного чемодана». Начало «Ночи музеев» во всех музеях города в 19 часов.